Здоровый досуг рядом с домом, ТОС и заботы о старшем поколении. Сегодня это сделать возможно благодаря созданию центров помощи пожилым людям с проблемами здоровья. Сегодня 37-й центр Ульяновской области, который начинает работать на территории ассоциации ТОС Ульяновской области. В настоящее время более 2000 человек посещают этот центр. Очень надеемся, что количество с каждым днем людей будет увеличиваться, но продолжительность жизни, конечно, будет увеличиваться. Поддержка пожилым людям не имеет границы, и она требуется в самых разных ситуациях. Считаем, что это очень здорово, когда вот такой замечательный тандем медицины и профилактики. И именно здесь, в Тетюшском, люди смогут получать такие услуги медицинские, и в том числе они могут профилактировать различные заболевания, которые у них возникли. «Живи активно, а мысли позитивно» – именно с таким девизом пациенты Центра здоровья приходят сюда. Эти пенсионеры хотят быть похожими на вечный двигатель и никогда не останавливаться. Найдутся здесь занятия для здоровья не только тела, но и души. Хочется отметить, что представители работающего здесь Центра активного долголетия, они уже проводят различного рода занятия. Это и скандинавская ходьба, это и занятия физической культурой. А теперь вот дополнительный, так скажем, повод, чтобы люди у нас занимались собственным здоровьем в полной мере. Центр здоровья в селе Тетюшское только открылся, а первые положительные отзывы уже поступают. Процедура очень даже, говорится, приятна. Позвоночник, говорится, шейных андроз, говорится, и поясничных андроз. Они же, говорится, эти массажи хорошо снимают и разминают. Так что будем надеяться, что будет намного легче, намного будем здоровше, крепче. В планах докупить еще несколько видов оборудования, чтобы подойти к вопросу оздоровления комплексно. В ближайшее время, скорее всего, привезем оборудование, кислородные коктейли, чтобы люди могли оздоравливаться. Ну и, как сказать, будем делать все, чтобы люди нашей Ульяновской области жили долго и счастливо. Все услуги для пациентов Центра здоровья бесплатны, а что самое главное, исключительно полезны.